Всех приветствую на моем канале. Это самый большой торговый центр в Карловых Варах. Сегодня 23 августа, бензин стоит вот столько. Немножко упал, где-то на 7 крон, стал ниже, чем месяц назад. С этой стороны располагается магазин бытовой электроники. Здесь можно постирать вещи. А мы теперь идем в ОБИ. Это такой как бы строительный магазин. Там все для ремонта. Различная рассада.
Ну а сейчас мы пойдем в сам обходный центр фонтана. Благодарю каждого, кто досмотрел видео до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч!